Мне кажется, что вообще прокачивать тему знакомства с технологиями нужно. Как говорят в самолете, сначала маску на себя, а потом на ребенка. То, что нам дают цифровые возможности, цифровые технологии, это простой способ, простой тренажер постоянно развиваться. Можно ли учиться годами дистанционно? Можно учиться годами дистанционно. Залог развития любой школы – это гармония между разными типами энергии. В командах школьных должны быть первопроходцы. Если их там не будет, никакие стартапы, никакие проекты не будут заходить в школу. Дорогие друзья, буду очень рад вас увидеть на конференции «Як в образовании» и поговорить о страхах, о возможностях, которые несут технологии, и о том, в чем действительно не заменят технологии учителя в школе.